Вот я об этом узнал только когда я уже был здесь. То есть я был приглашен как автор. И я думал, что это обычный литературный фестиваль. И только, ну, я знал, что Цейлан тут жил и родился. И поэтому я знал, что и очень много немецких авторов пригласили, поэтому я уже думал, что такие связи есть. Но я даже очень поздно просто узнал, что это первый фестиваль и что такая цель есть. Да. Мне очень понравилось. И как раз я был в фестивалях, где они уже работают 20 лет. Для авторов это немножко скучно. То есть ты там просто как, ну, маленький. У тебя чтение, тебе говорят очень вежливо спасибо и привет и так далее. Но приключения тут лучше были, и поэтому мне больше нравилось вообще.